Онкологический патруль из краевого онкодиспансера «Надежда» в Заринске ждали. В местной поликлинике заранее составили список пациентов, которым необходимо обследование. Но сначала первичный прием после УЗИ, а затем осмотр и консультация узкими специалистами. Каждому врачу, урологу, мамологу, онкологу общего профиля и узкого очередь в несколько десятков человек. В общем потоке, говорят врачи, чаще всего выявляют подозрения на рак легких, кишечника, кожи и молочных желез. Прирост больных есть и по поджелудочной. Отчасти это связано с уровнем диагностики, с возможностью выявления злокачественных новообразований за счет оснащения большим количеством как ультразвуковых аппаратов, самый простой метод, так и аппаратов компьютерных томографов. Ряд специалистов отмечает также рост заболеваемости щитовидной железы. Результаты современных исследований говорят о том, что в этом органе перерождение клеток происходит не только из-за повышенного радиоактивного фона и йододефицита, но и из-за неблагоприятной экологической обстановки. Новые причины появились и у рака головного мозга. По головному мозгу считается, что это вот наши телефоны, компьютеры, излучение. Если раньше, как коллеги рассказывают, было мало пациентов и в основном возрастные, то сейчас очень много молодых. По статистике выездного онкопатруля, в каждой сотне первичных пациентов онкологию подозревают в среднем у 13-15 человек. Последних сразу направляют в краевой онкоцентр «Надежда». Там их наблюдают, и позже консилиум определяет методы лечения больного. Конечно, для этого нужно сдать немало анализов. Многие вынуждены проходить их в частных клиниках, так как очереди в государственной порой длятся неделями. Вот хорошо, если бы в «Надежду» приехать, там бы все тебе сделали. И Т3, и Т4, и тиреоглобулин, и ТТГ, и УЗИ бы сделали, и там и пункцию, если надо. А то как-то получается, здесь неправильно обследуешься, и там неправильно судят. И поэтому вот у меня уже сейчас аритмия началась. Мобильный онкопатруль выезжает в муниципалитеты края каждые 3 месяца. Во время выездов высококвалифицированные врачи обучают средний персонал районных медучреждений, как правильно проводить осмотры при подозрении на онкологию. Но главное, профилактический проект направлен на снижение смертности населения, благодаря выявлению патологии на ранних стадиях. Так, при опухолях первой и второй стадии добиться ремиссии, сохранить качество жизни, говорят врачи, удается в 80% случаев. Валентина Аскерова, Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.